Какой, говорите, маски был? Зайчик, такая детская маска. Зайчик? И откуда зайчик появился? Сзади. Я вот шла, я потом остановилась, потому что у меня Гоша. Ага, значит, у нас есть свидетель. Нет, это Тамагочи. Угу. Какая разница, почему не заступился? Смеетесь надо мной? Он такой зелененький, такой маленький, у него еще пластырь сзади, чтобы батарейка не выпадала. Стоп, я ничего не понимаю. Кто такой Гоша? Тамагочи. Я вам говорю, игрушка. Такие раньше были популярны, помните? Да, да, слышал что-то подобное. Сколько вам лет? Слушайте, я понимаю, как это выглядит, но вы вот представьте, однажды мы со школы пошли в поход, например, в лес. И я пошла за грибами и заблудилась. Девушка, одна... я спросил, сколько вам лет? 25 лет мне. Я заблудилась одна. И если бы не Гоша, я бы там вообще с ума сошла. 2 ночи, одна в лесу. А он как будто, ну, понимаете, как человек. Он то поесть попросит, то попить, то я не знаю. И надо исполнять команды, потому что у него модель такая. Если ты не исполнишь, то он умрет совсем и потом... Самоликвидируется. Да, да. А может, и не было никакого грабителя? М? Ну, что считаете, я все выдумала, что ли? Это Ленкина шуба. Мне подруга дала шубу поносить. Слушайте, в общем... Мне вот, честно, показалось, что он на самом деле маньяк. И что ему от меня, как бы, даже не шуба была нужна. Сомневаюсь. Маньяки, они по-другому работают. Они обычно ночью, да и как-то красивеньких выбирают. Я не вру. И ничего не выдумываю. Стойте, девушка! Идите сюда, быстро. Так, давай, идите сюда, остановитесь. Сейчас мы все это восстановим, как все это было. Вась, возьми, пожалуйста. В общем, он меня, да, он меня за руку хватает. Так. Да, хватает так за руку, да. Ну, вы, наверное, кричать да начали. Нет, я не кричу. Он меня за горло так зажал, что я не могла кричать. Ну как, так? Ну да, как, ну только одной рукой. Только... Ну да. Так, а да, вторая да, что делала? Вторая, она... Не. Вот так. Ну что, врывайтесь? Да, и я вот так вот, значит... Подождите, а руки? Что руки? Вот так ну, ваши руки вот так ну, висели? Вот так висели руки. Нет, подожди. Извините, пожалуйста, но просто когда человеку угрожает опасность, он не висит вот так вот, как кукла. Он начинает как-то бороться за жизнь. Да? Зубами, каблуками, ногами, конечно. А не висит так. Вообще странно он вас как-то взял. Обычно они хватают, так хватают, так, чтобы вот, вы сразу начинаете вырываться. Да, конечно, ну, пожалуйста. Ты же какой-то идиот! Маньяк! Блин, стоп, стоп, стоп! Толку никакого от вас нет. Тихо, ножками не топаем, тихо. Опаньки. Скорняжная расческа. Для расчесывания шкур или женских шуб. И пальчики могут быть. Забери, может пригодится. По пальчикам с расчески ничего. Да? Ну, значит, не судимый. 5-й эпизод, ни одной зацепки. Да, понятно. Ну, значит, если он завтра еще кого-нибудь ограбит, нас разгонят без выходного пособия, понимаешь? Почему? Потому что 4-я шуба была снята с дочери начальника управления. Михалыча уже вызывали на ковер. Сидит старик, отпаивается конечного льду. Так, заява заштампована? Угу. Плохо. Так, а что там с потерпевшей? Детский психолог, без работы после института. Угу. Шубу одолжила соседка по съемной, свою не заработала. Хорошо. Ганашистая? Да. А что такое гоношистая? Ну, жаловаться будет? Я не знаю, Вадик, при чем здесь это? С материалом надо отказать. Иначе подведешь коллектив. А ты как думал? Начинать карьеру с глухаря – это плохая примета. Не дрейфь. Я тебя научу. Мы все так делаем. Вот. Берешь лист, пишешь заявление своей рукой, как бы с ее слов, претензий не имею, все выдумала, подпись копируешь, печатаешь отказной, материал в архив и 1-0 в твою пользу. Моим лимонам никакая инфляция не страшна. Таких лимонов даже у Абрамовича нет. Ладно, что там у тебя? Да? Отказной. Да. Вот. Шуба-то не ее, кажется, была, ее подружки. Так что она испугалась просто, вот и написала заявление на грабеж. Хоть это повезло, да? Запомни, Женя, никто, никогда, ни при каком строе и руководстве не отменит показатели. Потому что смотрят только на них, а не на твою честную физиономию. Верочка, забери материалы, отправь в прокуратуру. Хорошо, Юрий Михайлович. Зачем в прокуратуру? Ну зачем? Проверить? Зам по надзору Селезнева Арина Андреевна. Ишь ты. А как она проверяет? Ну, как обыкновенно. Звонит потерпевшим. Если есть сомнения. Верочка, держи. А давайте. Сам отнесу, заодно, так сказать, познакомлюсь. Мудро, мудро. Только постарайся наладить контакт. Она барышня такая придирчивая. Разрешите идти? Разрешаю. Девушка, а можно я вам помогу? Если только не трудно, а то я вот не успела переобуться. Садись в машину. Хорошо. Ой. Ой. Газуйте, я толкну! Помог, вот, а она мне в благодарность вот так по моим документам проехалась. Представляете? Там камера есть, если не верите, можем проверить. Ничего я смотреть не собираюсь. И такое тоже не приму. Так, что же мне с этим делать? Ну ладно, тогда это, пойду. Лизочка, что такое? Что случилось? Арина Андреевна, тут из пятерки материалы привезли. Все мокрые, грязные, ну, просто… Добрый день, это вы? Давайте, проходите. Давайте, давайте. Ну, давайте сюда. Все в порядке. Ну, идите, идите. Здесь все в порядке? Да, тут все чисто. Присаживайтесь. Новенький? Да, после курсов. Как работа? Нравится? Да, пока. Зовут как? Женя. Евгений Александрович. Арина Андреевна. Ты вот мне скажи, вот ты вот со всеми такой? В смысле? В смысле, я буксовала минут 15, ты первый, кто помог. А, вы об этом? Раньше чем занимался? Колледж холодильных установок. В холодильнике, что ли, чинил? Так, разбираюсь. Меня просто вообще не морозит. 2 раза вызывала мастера. Ничего не смог сделать как-то. Хотите, я посмотрю? Да? Где наш холодильник? Дома. А меня как-то на практике заперли в холодильнике рефрижераторы на всю ночь. И не позвонить. Телефон в куртке, куртка в гардеробе, а там на секундочку -5. Все, что есть. Ага. А я в одной спецовке, да в тоненьких брючках. И что? Благо вспомнил учителя по охране труда. Он говорил: все время двигайся. Главное двигаться, двигаться. А правда говорят, что я злая? Злая? Да какая вы злая? Вы не злая. Нет. Я не слышал такого, в общем. Да нет, я не обижаюсь. Мне вообще все равно. Просто никто же не любит тех, кто надзирает. А за вами кто-нибудь надзирает, Арина? Еще как. А то вдруг я с вами войду в какой-нибудь сговор. Кстати, тот испачканный материал, там точно все в порядке? Да, там все чисто. И где вы такого мастера нашли? В сервисе, а что? Ну, ожал конкретно. Да? Конечно. Принимай, хозяйка. Класс, спасибо. Звонить. А никто не заревнует? Так у меня нет никого. Может, тогда перекусишь? Это будет в процессуальном порядке? Нет. Это будет в процессуальном беспорядке. Товарищи офицеры, если бы мы были блатными, я бы посоветовал вам податься в бега. Но мы не урки. Если что, уйдем красиво, как мужчины. Проверка московская, прокуратура, ОСБ, целую бригаду нагнали. Собираются изъять из архива дела за последний год. Отказные звонить потерпевшим, там говорят, каждой запятой придираются. Слушайте, а давайте сожжем архив. Да, да. Шутки шутками, а хвосты подчищайте. Женя, тебя это не касается. Вот учитесь. Человек меньше месяца у нас, а как с материалами работает? Да. И не только с материалами. Жень, поговори со своей подругой. Пусть нас как-то прикроет. Какой подругой? Да ладно, ты не скромничай. Все уже знают, с кем ты амуры-то крутишь, а? Вот учись, наставник. Целый год подхода ищешь. Она тебе только 1 раз дала. До дома проводить. Я не обязан его ничему учить. Все по местам. Ой, прости, прости, ради бога. Что такое, Жень? Юрий Михайлович, тут такое дело. В общем, по поводу той в парке, грабеж. В общем, она не писала встречного заявления. А кто? Я. А подпись? Подделал. С ума сошел. Понимаете, Вадик Знаешь, на чьё ты место пришел? Нет. Я тебе расскажу. Серёжа Антипов. Отличный опер, никаких залетов. Допустил маленькую оплошность. Потерпевшая во встречном заявлении просто забыла расписаться. Нет, она действительно, она не имела никаких претензий, просто забыла. Серёжа, чтобы человека не гонять лишний раз, расписался сам. 2 года, условно, и 100 тысяч штрафу, невзирая на заслуги. А тебе не условно, не 100 тысяч и не 2 года. Плюс все руководство пинком под зад. Ты же, понимаешь, целую бригаду нагнали. У нас-то место-то такое перспективное. Своего хотят кого-то поставить. Погоди, вы уведомили ее о принятом решении? Дебилы, Вадик сказал. Тебе Вадик скажет, человека убить из стабильного оружия. Сидеть будешь ты. Ты, а не Вадик. Юрий Михайлович, клянусь, я все возьму на себя, клянусь, Юрий Михайлович. Я к этому отношения никакого не имею. Понятно, да? Понятно, меня в это дело вмешивать не надо. На да? Себя. Не надо меня вмешивать. Все, выходим. Все, абсолютно все. Меня в это не вмешивать. Я клянусь, все возьму на себя. Ты понимаешь, что ты ее подставил? Она ведь не звонила потерпевшей. Завизировала отказной, поверь в тебе, Настя. И теперь все это всплывает. Ненормально? А кто мне посоветовал подделать заявку? А коллектив как показатель. Это подстава, Вадик. Чистой воды подстава. Все. Все. Сняли. Будем считать случившееся форс-мажор. Кстати, у Витьки Чистякова похожая ситуация была. Он узнал, что потерпевшая заяву строчит. А для него это все. Последний звонок. Так он ее, прикинь, он ей руку и сердце предлагает. Потерпевшая, конечно, обалдела. Она ему отказала, но заявой осадила. Она не ожидала от него такой прыти. Но потом приходила такая вся, ничего. Но Витя, он уже все, он кремень. Я к чему это все говорю? Опыт. Он сын ошибок трудных. Врубаешься? Ну попробуй повторить этот трюк. Что, предложение ей сделать? Вадик, мы виделись с ней 1 раз, и то… Как-то я страшненько ее назвал. Ну, случайно. Она страшненькая? Ну, не Белоснежка. Да, ну и других вариантов тоже нет. А если согласиться? Да она что, сумасшедшая? Да. Но в любом случае тебя уже не сдаст. А комиссия приедет и уедет. Придешь к ней, бухнешься в колени. Скажешь: Ларис, прости меня. Давай останемся добрыми, теплыми друзьями. Эй. А если просечет? Ты сделай так, чтобы не просекла. Здрасте. Лариса, извините, ради бога, за прошлый раз какую-то околесицу нес, честное слово, какую-то рундистику. Вы что, меня поджидали, что ли? Заодно подстраховал. Поймали его? Нет, не поймали, но активно ловим. Ларис, может, мы с вами сходим куда-нибудь? Я знаю чудесный ресторан, там лучший лосось, лучший в городе, на гриле. Спасибо, я не голодна. Так а дело и не в еде. Спасибо. Работу нашла? А, да, там есть один вариант. Шампанского. А мне красного вина. И мне. И лосось на гриле. Есть одно предложение, да, но там такие условия, в общем. Ты, в общем, обращайся. Если что… Спасибо. Лариса, у меня к тебе есть одно предложение. Опять эксперимент какой-то? Да, нет. Это не по работе. В общем, я не знаю, как я тебе, но ты мне нравишься. Сильно. Я понимаю, это, может быть, звучит глупо и нелепо, но… Выходи за меня. В смысле? Замуж. Не смешно вообще. А я, знаете ли, не смеюсь. Я серьезно. Кто-то, по-моему, говорил, что маньяки только на красивых нападают. Так вы тому и напал, что ты сильно красивая. Ну, хорошо. Хорошо, допустим. Допустим, тебе понравилась девушка. Понравилась? Допустим, понравилась. Нет. Вот почему нельзя с ней просто вот повстречаться, да, узнать друг друга получше? Я не понимаю, зачем жениться-то сразу? Может, ты всем предлагаешь сразу жениться? Да. Нет, ты первая. А что тянуть-то? Что тянуть-то, действительно? Ничего, что ты мне тоже должен понравиться. Как минимум. Это да. Это да. Ну ладно, что. Коль что ты не согласна. Жень! Нет, вот. Ну подожди, ну серьезно. Нет, давай, ну давай, серьезно. В смысле, ты правда рассчитывала, что я тебе скажу да? Да. Нет, Лариса, сейчас-то я понимаю, что, конечно, это ты права. Нужно время, нужно подождать, разобраться, притереться, так сказать. Ну, забудь. В общем, забудь. Вообще интересно, что было бы, если бы я сказала «да», ну, гипотетически. Что, прям свадьбу бы сыграли? Ну да. Да? Да. Прям вот настоящие, да, вот… Костюм, платье, ресторан, цветы. Кольца бы купили. Ну, Ларисенька, а как ты хотела? Конечно. А где бы мы жили с собой? Дома. Дома. У меня, в комнате. Родители я в другую бы комнату переселила. Да и вообще, знаешь, Лариса, мне скоро свою квартиру дадут служебную. Конечно, я на очереди стою уже. А деньги на свадьбу вот сейчас где бы взяли? Лариса. Знаешь что, я неплохо зарабатываю. Может, ты просто боишься, что я жалобу пойду на тебя писать, а? Лариса, нет. Смешно ты. Ты представляешь, что было бы, если бы каждому жалобщику делали предложение? У-у-у. Ну да. А я согласна. Замуж за тебя? Не гипотетически. Ваша рыба? Так это моя рыба. Только познакомились и сразу в ЗАГС. Хоть бы совета спросил. Да ладно тебе. Лишь бы любили. А теперь исправительный танец влюбленных. Иди сюда. У меня к тебе подарок. Самый главный. Ну. Иди. Короче, все хорошо. Проверка уехала. И до твоего отказного вообще руки не дошли. Вот так. Теперь спокойно можешь разводиться. Ну, только немножко надо пожить, а то врубится. У меня есть один знакомый. Погоди, у тебя сегодня же выходной. Как ты узнал про проверку? Самое главное, что ты Арину с полудара отвывел. Нет, стоп. Что, стоп? Как ты узнал про проверку, Вадик? Да ладно, ну все нормально, пойдем посидим немножечко, выпьем. Нет, все ненормально, Вадик, нахрена? Нахрена мы вот это вот все устроили? Так, вот этого мне не надо. Вообще-то я тебе, конечно, предложил. Ты согласился. Что за проблема-то? Приду. Ты сказал, что нет другого выхода. Ты что делаешь-то? Что делаешь? Мне еще в театр это надо вернуть. Я взял по честное слово. Сказал, что на задание идем. Ты вообще-то не мог спасибо сказать. Спасибо? Да. Ты олень без роги, Вадик. Что? Кажется, совсем недавно ты уверял, что у тебя никого нет. Это старая история. Мы раньше гуляли, потом расстались, сейчас вот снова. Старая-старая. Ей целых 3 недели. Прошу прекратить проверку по поводу моего заявления в связи с тем, что никому претензий не имею, в случившемся виновата сама, число, подпись. Похоже. Но любая экспертиза подтвердит, что это подделка, да? Она же правда ничего не хотела. Просто попросила меня написать. Все. Жень. Что? Ты мне скажи, вот ты сам догадался? Или тебе коллеги подсказали? Ариночка, так совпало. Просто совпало, что мы раньше встречались, потом расстались, потом ее ограбили. Ну, в смысле, она написала, что ее ограбили. А сейчас вот отказалась. Ты подделал заявление, чтобы не портить статистику. Испугался проверки. Эффективно женился, рассчитывая, что жена мужа никогда не подставит. Ну, вот я тебя и спрашиваю, Жень, ну о ней ты подумал? Это свадьба. Это не подпись подделать. Я же из-за тебя это сделал. Проверка-то дурацкая. Извини. Извини, что так вышло. Жень. Да. Жень, спасибо тебе, конечно, большое, но проще было бы мне все рассказать. Ты тогда разводись, потом труднее будет, понимаешь? Она потом привыкнет. Знаешь, сейчас ей позвоню. Ай, батарейка села. Сегодня ей скажу все. Тогда в 8 у себя жду тебя. Я. Что? Ну, китайцы понаделают. Да, Вадик. Опа. Маска. Резиночка порвана. Ты кач. Собака вроде, да? Смотри. Котенок. Да нет, это собака. Кошечки, собачки. Волк! Матерый. Ничего, поймаем в капкан. Следы какие-то странные. Валенки. Грамотный газ. И осторожней. О, прокуратура. С наступающим. Да. И вас, Арина Андреевна. С наступающим. Ну, что тут у вас? Да, как обычно. Здоровенный, выскочил из-за дерева. С Новым годом, Арина Андреевна. И вас с новым счастьем, Вадик. Только маску сменил. Угу. Потерпевшая одежду запомнила? Ничего особенного. Куртка красная, и все. Что забрал? Шубу, сумку. Какой свободе? Надо зарывать, кто будет Дед Мороз, да а? Завтра приеду, все зарою. Какой завтра? 31 декабря. Меня жена ждет. Ты ее, наконец, подготовил? Да. когда? До Нового года. Жень, я вот боюсь, что потом опять возникнет какая-то проблема. Поэтому, если ты не сделаешь этого сегодня, то завтра я просто растаю. В каком это смысле? В прямом. Как Снегурочка. Арин, ну… Да я чисто физически не успеваю, понимаешь? Вон тут у нас, вон там у них. Женя, я тебя очень прошу, оставь, пожалуйста, все в старом году. Поезжай прямо сейчас. Я тебя жду в 11. Зая волшебница превратила Снегурочку в домик. Маленькая птичка тогда. Ну что, видите, она выпустила еще 6 голубок. И принц должен угадать, какая из них Снегурочка, а иначе Новый год не настанет никогда. Ну, игра такая, помните, колечко есть? Вот я вам дам колечко, кому-то из вас, принц должен угадать. У нее не угадал, не угадал. Ты что, не узнал меня, что ли? Опять не угадал, не угадал. Вау. Чё ты пришел? Очень классно. А это? Чё, нравится? Хочешь, я домой заберу с собой? Будет у тебя в Новый год настоящая Снегурочка. Да, забери. Слушай, Ларис, тут такое дело… Говори скорее, меня зовут уже. Лариса. Лариса? Мы с тобой… В холодильнике двор. Я выходила из кухни, смотрю, там дверь открыта. Захожу, а там он. Кто? Вы не поверите, сейчас сами увидите. Кто-кто, Лен? Дед Мороз. Ну, серьезно, абсолютно серьезно. Сейчас я вам его покажу, пожалуйста. О, вот он. Здравствуйте. С наступающим вас. Здрасте. И вас с наступающим. Полиция, криминальный отдел, лейтенант Никифоров. Будьте добры, все содержимое карманов под елочку. У нас, собственно, карманов-то нет. Вот только в рукавицах. Ты лучше скажи, как ты сюда залез. Так открыто уже все было. Наверное, это я виновата. Я, наверное, забыла запереть просто. Извините. А вы что здесь делали, Лариса Дмитриевна? Это я ребятам просто предложила эти записки написать и всем вместе Деду Морозу отнести сюда. Ну вот видите. Дедушка, вы откуда узнали, что записки здесь? Позвонил один из мальчиков и попросил в подарок фею. Ну, кто, я не скажу. Ай! Жуков. Жуков, да, Жуков. Ну, кто же еще-то? В общем, ясненько. Разберемся. Да. По поводу ваших пристрастий. Поднимайтесь, идемте в отдел. Стойте. Руки. Сами-то верите в Деда Мороза? И как не могу вспомнить, что же вы с 5 лет заказывали-то? А, вспомнил. Точно. Лошадку. Деревянную. Взрослым тоже исполняете желание? Здесь сложнее. Один он заказал себе новую машину, прекрасно понимает, что никто ему ее под елку-то не подгонит. Также со счастьем, удачей, всем остальным. Мне-то что делать, если вы сами не верите? Хочешь сказать, если человек верит в то, что загадывает, ты прям возьмешь и исполнишь? А давайте попробуем. У вас есть желание? Ну? Вот очень давно, перед самым Новым годом, люди купались в снегу. С головой ныряли, смывали из себя все плохое, а потом загадывали желание. С головой в снег? А? Где ж снег столько взять? Пургу вроде не обещали, дед. Ты что, снег разве проблема? Хотите пургу? Ну, будет вам пурга. Да? Ну что, сказал? На свободу с чистой совестью? Аиша. Или опять проблемы? Никаких проблем, все нормально. Не врешь? А смысл? Елку купи. Хорошо, пока. Скоро буду. Ладно, дед, свободен. Так, давай быстрее, ни секунды нельзя терять. Так, стой здесь. Стой здесь, так. Катька моя, сюрприз решила сделать на Новый год. У нее путевка до 3-го, а она сегодня прилетела и не позвонила. А у меня, ну, девчонка знакомая. Выручайся, ночь. Задержи на полчаса хотя бы, пока я там прибираю, а? Поляна с меня прямо сегодня, иначе развод. А Катька, золотой человек, на плаху ради меня. Ладно, ладно, беги. Спасибо, спасибо. Полчаса, успею. Так, стой здесь. Сейчас тебе все объяснят. А? Подожди, ты куда? Жень, а кто это? Потерпевший. Неделю назад квартиру обокрали, пока жена в Таиланде была. А чего он в халате? До нитки раздели, что ли? Хуже. Кстати, нужно исключить всех знакомых, всех, кто бывал в вашей квартире. Кто был? Подруги были, мама была. Так. А работа, с работы, коллеги? Нет. С работы не было. У нас случай был один. Муж, жена. Да-да-да-да-да-да. Никого не подозревали. И вдруг раз. Мы пробили по нашей базе и зацепили отпечаток пальца с дверного звонка. Вор перед тем, как войти в квартиру, позвонил. Только потом одел отпечатки, только потом одел перчатки и вышел. А кто оказался-то? Инструктор жены по фитнесу. Да. Ну, собственно, пока она там, он сделал слепочки и отправился в долгий путь. А на вашем звоночке тоже отпечаток. Так что не волнуйтесь, если судимый, обязательно найдем. Спасибо. А если не судимый? Давай к пассажу, пока не стемнело. Оттуда он, походу, девку до парка и вел. И что там делать? Чего? Свидетелей искать. Поехали. Евгений Александрович, на одну минуту можно? Вы знаете, я вспомнила кое-что. Только это между нами, ладно? Ну, в общем, был у меня роман, ну, там один с работы, неважно. 3 месяца всего. Козлом таким казался, я его отшила. А он уволился и сказал, что отомстит, ну, вот, видимо, это он. Фамилия? Послушайте, а можно вы не будете его искать? Ну, иначе Игорь узнает. Это точно развод. Сами понимаете, он честнейший человек, просто не переживет. А я сама совсем разберусь. Хорошо? У вас пусть будет этот, как его, висяк. Глухарь. А, глухарь, глухарь. Я отблагодарю. Ну? Прям сегодня отблагодарю. Вы до скольки на работе? Ради бога, я вас прошу, перестаньте. Нет, ну что вы. До 7. Я налево, ты направо. Ориентир – красная куртка и валенки. Нам бы хоть одного, кто его лицо запомнил. И всех под строгую запись. Фоторобот составим. Он тут долго болтался, высматривал чего там. А куртку наверняка выкинул, это старый прием. Он хитрый гад, хитрый. Люди запоминают яркую одежду, а лицо нет. Веселье. Веселье. Вот, ты знаешь чего, сходи-ка вон, видишь, рекламщики стоят. Спроси, может, видели что, только под запись. Хорошо? Давай. Я крикну, если что. Я понял, понял. Муж на час повесит картину, уберется в комнате с любовью, все починит, пожалуйста, недорого, качественно. Муж на час. Девушка. Молодой человек. Девушка, вы уж замужем. Молодой человек. Пожалуйста. Да. Извините. Вы случайно парня в красной куртке не видели? И в валенках? Вы ниже говорите. Не понял. Ниже. Вот сюда. О. У меня лицо во рту. Здрасте. Я говорю, ничего не замечали люди, лица. Вы что, смеетесь, что ли? Тут сквозь зубы не особо насмотришься. А потом, знаете, у меня норма. Ну, 1000 флаеров раздать. А кому я их здесь? Под конец смены уже вообще на ногах не стоишь, в глазах темно, не видно ни черта. А куда тут по сторонам смотреть? У меня тут смотреть? Справочка. Справочка? Да. Вы распишитесь, что ничего не видели, ничего не слышали. Да, мы распишемся, конечно. Давайте. Угу. Сейчас, секундочку. Тамагочи, я же вам объясняю. Игрушка. Они популярны раньше были. Тамагочи? Тамагочи. Вадик! Чё? У него тамагочи Ларисы! Давай, гони, гони, поехали! Поехали! Ничего, ничего, не боись, далеко не уйдет. Зачем он себе его вставил, если вещь док? Приглянулся. Главное, ей не показывай. Вот возьмет он и признается. А ты с ним же в разводе. Врубаешься? Вот станет она тебе выгораживать. Вряд ли. Евгений Александрович, это нормальная житейская ситуация. Тут главное не спалиться. Помогу я тебе. Я добро помню, кто другой забывает, я нет. Ну, например, прихожу с цветами, шампанским, гружу что-нибудь минут 5, и тут появляешься ты. Все на ревности, скандал. Ты чист, как первый снег, и никаких угрызений. Нет. Так нельзя. Это неправильно. А правильно, чтобы она с балкона сиганула? Или под поезд? Давай, пиши адрес, в 11 буду. Ого! Как ничего! 11! Как штык! Поехали. Ну, еще и фонари оборвало. Это что, мобильник такой? Тамагочи. Да, туда. Куда? В парк. Да туда, где сугробы побольше. Как скажешь. Не, ну все, дальше нельзя. Там горка, не заберемся. Все, стой здесь. Жди меня. За простой плачу. Мужик, ты че? Что, Гоша, желание загадаем, только по-быстрому. Мне мерзнуть нельзя. Сам собой разрулилась! Само! О, шпичку полти. Где ты так пахал всю ночь, а? Не повезло. Только собрался домой, а Никифоров на заявку. Угу. К шефу. Ну что, прихожу. Он говорит, разбой квартирный. Угу. В масках, с оружием. Ну как я мог уехать домой в такой момент? Да не, ну понятно. Ну что, вот до 3 мы там и разбирались. Пока не появилась зацепка. Любовница. Да ладно. Конечно. Пока жена в Таиландах, так сказать, загорает, она и навела. Мы к ней. А там вся компания сидит. Деньги делят. Угу. Ну, понятно, мы за стволы. Руки в горы, они в рассыпную. Михалыч одного стреножит, я второго, третий в шкаф. С ножом. Ого. Благо чихнул. Так бы... Слушай, ну тебе выспаться сейчас хоть дадут, а? Лариса Дмитриевна, я сейчас на АБСК, потом остальных ловить. Ясно. Ну нет, в законе понятие отцепной. Я рубашку твою погладила. Зачем? Я же на засаде был. Лариса, ты что здесь делаешь? Я хочу объяснить, что ты не железный, Жень. Подожди, я уже тебе объяснял не раз то, что у нас ненормированный рабочий день, почему? У нас засады. Почему все время ты? Я вот этого не понимаю, понимаешь? Почему вот Вадик ночует дома, а ты нет? Так Вадик плохой оперативник, а Женя, он добросовестный. И что, теперь ездить на нем можно, что ли? Я не понимаю. Он просто подорвет свое здоровье, не будет у вас хорошего оперативника. Я понимаю, у вас, вот вчера вы, что там, бандитов задерживали, я понимаю. Но на АБСК, вот, ну можно вот отправить. Да, каких бандитов? Что? Что? Каких бандитов, говорю? Каких бандитов? Которые в масках, которые в шкафу. А, это да, конечно, да. Да, в шкафу. Да. Лариса, понимаете, тут все не так просто. Евгений их долго разрабатывал, он в курсе, он как-то должен довести. В каком смысле разрабатывал? Ты мне говорил, что они неизвестными были. Юрий Михайлович, это не те бандиты. Она говорит про вчерашних. Про вчерашних? Mm. Да, мы этих действительно не знаем. Так и что, эти они и те тоже в шкафу? Лариса Дмитриевна, а где еще прятаться? Или в шкафу, или на балконе? Вот вчерашние в шкафу. И те в шкафу. У нас чего только не бывает. Один раз в холодильнике спрятался. Юрий Михайлович, я вас... Понятно. Послушайте, я не знаю, кто где прятался, но давайте так. Если так будет продолжаться, я просто пойду в прокуратуру. Лариса, я не понимаю, зачем в прокуратуру? Жень, затем, что они обязаны следить за соблюдением законодательства, в том числе трудового. Так, у нас... Отдельная структура, понимаешь? Мы практически военные. И что? У нас не трудовой кодекс. Хуже. У нас устав. Хорошо, хуже все равно не будет, правильно? Доброе утро. Здрасте. Здрасте, Арина Андреевна. Вот, кстати, прокуратура. Здравствуйте, я за материалами. Прокуратура. Здравствуйте, очень приятно. Вот, ну помогите мне, пожалуйста. Вот почему же моему мужу даже выспаться нормально не дадут? Это ваш муж? Да, это мой муж. Ага. Ночью работал, сейчас опять на работу, не выспался. Ну как, ну есть же какие-то санитарные нормы, да? Есть охрана труда. Девушка, в наших органах насильно никого не держат. Он, между прочим, прекрасно знал, куда он пришел. У меня, кстати, точно такие же проблемы. А у вас тоже муж в полиции, да? Тоже? Ага. Лариса. Тоже. Видишь, у людей дела. У людей бумаги. Евгений Александрович, почему же? Ваша жена абсолютно права. Абсолютно права. Служба службой. А семья не должна страдать. Вот. Ни в коем случае. Я, как женщина, вас очень хорошо понимаю. Спасибо. Так и до развода недалеко, Евгений Александрович. Нет, может, вы хотите развестись? Да, нет, нет. Определитесь как-то. Подождите, ну при чем тут? Речь вообще не о разводе. Я пытаюсь сказать, что я хочу просто видеть своего мужа немного почаще. Все. Хорошо. Я лично прослежу, чтобы ваш муж больше отдыхал. Спасибо. Так и прокуратура. Чё ты пришла-то вообще? Слушай, я тебе помочь хочу, а ты меня выставляешь. Спасибо тебе, конечно, огромное, Ларис. Но понимаешь, у нас не балаган и не Шарашкина контора. У нас преступники, бандиты. Понимаешь? Или нет? Да и... Не дай бог узнают, что ты моя жена. Да и вообще опасно. Вот вы бандитов ловите, а Гошу не можете найти. Чё тебе этот Гоша? Давай купим тебе собаку. Мне что, из-за Гоши тоже может в прокуратуру пойти? Не опаздывай сегодня, пожалуйста. Никифоров! Женя! Ты что меня подставляешь? А? Я как пацан выкручиваюсь. Скажи хотя бы извините. Извините. Что? Извините. Не надоело тебе, а? Вот на двух стульях. А? Определись уже наконец. Кстати, Арина твоя 8 отказных уже отменила. 8. Представляешь, мы по цифрам рухнем просто. Ей хотя бы мозги не пудри. Чё она вообще приехала в такое время? Я думаю, что кто-то подсказал. Привет, зятёк! Здрасте, Дмитрий Иванович. Да, у меня к вам… Странный вопрос достаточно будет. У Ларисы, в общем, была игрушка, Тамагочи называется. Да. Она ее потеряла. Вернее, своровали у нее его. Вот. И никак она успокоиться не может. Вот хотел спросить, может, вы знаете, чего она? Ну, знаю, Жень. Его отец подарил. А вы… А я отчим. Или просто Дмитрий. А Лариса что, не говорила? Нет. Так получилось, Жень, что это тамагочи? Ларисе отец на Новый год подарил. И это был последний Новый год перед разводом. А они общаются? Жена его категорически против, поэтому его и не было на свадьбе. А игрушка, ну, Лариска немножко странная. Ну, хотя, Жень, ну мы все немного сумасшедшие, правда ведь? А вот все нормально? Не-не-не-не, все нормально. Да. Полиция, это называется вновь открывшиеся обстоятельства. На уши пойдем. Моя земля. Я здесь каждый куст знаю. Впереди. Почти вышли. Сейчас погреемся и домой. Заведемся, натопим печку, погреемся. Сиди здесь. Сейчас. Чего ты? Слышь, давай не будем спать, а? Давай, сейчас. Сейчас все сделаем, не спи. Уснул, не проснулся, понял? Не спи, сейчас. Сейчас. Сейчас согреем тебя. Все. Плюс. Ты мне так и не сказал доброе утро. Доброе утро. И не поцеловал даже. Женя! Вкусно. А что она готовит тебе на завтрак? А где каша? Жень, ну сколько можно кашу? Ну давайте что-нибудь другое приготовлю. Я могу. Лариса, я хочу кашу. Я люблю овсянку. Ты ее любишь? Кого? Овсянку. Женя, так же не бывает. Что? Ну, вы живете вместе, спите в одной кровати, даже расписаны официально. Неужели между вами совсем ничего нет? Арин, вот ты же даже не поверишь. Она, когда переодевается, просит меня отвернуться. Правда? Да я не про это. Хотя про это тоже. У нас ничего нет. Спрятался от меня. Чего ты? О! Смотри! Пурга-то закончилась. Девушка! Шубку снимем. Да, да, я сейчас. Только вы не убивайте меня, пожалуйста. Вы не подумайте, я не такой. Девушка, я согреюсь и сразу верну. Я просто тут купался. А шума мне не нужна. Я из милиции. Девушка, а шубка? Гоша, Гоша, слышь, слышь, а? Ну-ка. Давай-ка работай, ты чего? Ой, а? Давай работай, чего погас здесь? Что мы Ларисе-то скажем, а? Что ты у меня самоликвидировался? Девушка, шубку снимаем. Оп! С наступающим. И у вас также. Вот ты молоток. Ага. А вы-то чё? Тоже вон женскую шубу напялили. Ну ладно, я пойду. Куда? Так это… домой. Стоять. Да не, пойду я уж. Время, Новый год скоро, так что с праздником. Пристрелю. Зачем же стрелять-то? Новый год же, я домой. Точно говорю. Меня заждались. Все, счастливо. Стой! Не простудитесь. Да. А, прямо. Мужик! Мужик! С наступающим. А, Евгений, добрый мой приятель, уже вернулся? А я вот ему названиваю весь вечер, а он что, трубку не берет, а я… А вы, видимо, Лариса? Лариса. Очень приятно. А вы… А я Игорь. Игорь? Да. Можно просто Гарик. Вы позволите? Не надо мяса! Вы что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой! Вы что, друзья мои? О чем деремся-то? Да. Гражданин, помогите задержать преступника этого. Помогу. Что он натворил? Он натворил. Он женщин в парке шубы снимал. И не первый случай, я вам скажу. Это правда? Правда в том, коллега, что это больной человек, псих. Он же, вон, видишь, бегает голый по парку, в женской шубе. А сейчас еще скажет, что он в полиции служит. Ты псих? Нет, я в полиции служу. О, ну что я говорил? Вы позвоните в 5-й отдел полиции и спросите, работает ли у вас Женя Никифоров. Это я, Женя Никифоров. Да, позвоните в дурку, скажите, что псих Женя Никифоров у нас. Я, ну, с удовольствием, но я не пользуюсь телефоном. Кстати, А что ты действительно женскую шубу-то напялил на себя? А? Да на голое тело. Я купался. Зимой? Зимой, потому что есть такая традиция. Вы? Я. Вы же мне сказали нырнуть в сугроб. О. Головой. Я? Вы, когда мы шли из этого, с детского садика, из холодильника мы шли с вами. О. Катастрофа. Очень тяжелый случай, очень. Вы подержите его, я сейчас за скорость бегаю. Ой, коллега, что вы, я его один не удержу, это надо сразу в сани. Не надо меня в сани. Нет, видите, тут без скорой никак не обойтись. Сейчас я секундочку. О, да тут уже все готово. А вы тоже в полиции работаете, что ли? Боже упаси, мы с ним, так сказать, друзья по счастью. Я подожду его здесь, если вы не против. Очень хочется поздравить. А не проводить ли нам Старый год? А вы по какому счастью, друзья, извините? А вот это самое интересное. Прошу, присаживайтесь. Лариса. Товарищ лейтенант, ну отпустите меня, а? У меня дома женщина любимая ждет. Я такое желание загадал. Ты лучше загадай желание, чтобы тебе срок поменьше впаяли. Я согласен. А твое желание исполнилось? Ага. Да откуда я знаю? Чуть не околел. Не околел же? А? И пойми главное, загадать можно все, что угодно. Я исполнил. Но есть одно маленькое но. Ну? Ну, я только хуже сделаю. Потому что есть желание, которое надо исполнять самому. И никому больше. А я не прощаюсь. Мы еще увидимся. Обязательно. Это я тебе обещаю. Этого на 15 суток до выяснения. Я же вас просила. Что? Просила не искать его, что? Да я и не искал. А это кто там сидит? Он? Ой. Катюшка, привет. Ну, здравствуй, здравствуй. О, смотрю, шубка у тебя новая. Да. Дай потрогать. Бери руки. Ну, один раз. Маяк. Просто потрогать. Вот. Принесла, что обещала. Со змеей. А тут вон скорпиончик еще. С Новым годом. И имейте в виду, никаких показаний я давать не буду. И вообще заявление свое заберу. Никаких принципов у вас. Одни показатели. Что за люди, а? Слушай, сейчас придет женщина, спросит шубу. Ты ее отдашь, скажешь, что нашли в этом, в парке. Понял? И... Слышь, там это человек в парке голый, вот этот. Ну, наконец-то! Уж полночь близится, а оперы все нет. Где Лариса? Все, Евгений Александрович, проблема решена. Садись, отметим. Подожди отмечать, что ты и сказал. Поверь моему богатому опыту, ты бы этого сам никогда не сделал. Так и бегал бы от одной другой до самой пенсии. Поэтому я спокойно, без истерик, обо всем ей намекнул. О чем ты ей намекнул? Женился сгоряча, не подумав. У тебя есть другая, боишься признаться. Но, слава богу, есть друзья. А что, раз соврал? А она? Да нормально, как и хотели. Собралась и ушла. Даже не истерила. Мудрая женщина. Сейчас такие редкости. О, колечко оставила. Так что будут проблемы, обращайся, решу в лед. Я добро помню. Ну что не так? Сам хотел. Привет, Лен, с наступающим. А Лариса не у тебя? А Лариса уехала. Куда? К себе. тебе, Васильку. Я напросила передать тебе, что тебе больше не нужно искать повод для развода. А еще она просила передать, что ей больше не надо звонить никогда. Подожди. Ну, может, она… Не стоит. Она все равно трубку не снимет. А я сниму. И что дальше? Загадал и прыгнул. Что загадал? Что кончилось-то уже? Ну вот и все закончилось. Сбылось. Теперь можешь ехать к прокурорше. Может, и мне искупаться. Не то, что таскать-ка, не то. Я чувствую, в прихожей пакетик спрятала с тайской водкой со змеей. Там еще скорпиончик был. Спрашиваю, для кого? Она такая вся на измене. Ой, знакомый. С билетами помогла. Ага, водку. Знакомый. Сбегаю, говорит, через часик. В общем, я дождаться не стал, к тебе поехал. Да и не в подарке дело. Не то что-то с ней в последнее время. Вот с Таиландом с этим. Ну какая нормальная баба при живом муже туда одна поедет? Да, я предложил. Но могла бы для приличия хотя бы не сразу согласиться. А это вторая, как Мария? Что Машка Машки? Муж, а ребенок. Она там сейчас. Я так скажу. Жизнь штука загадочная, но все бабы козлы. Ну? Ну, с Новым годом, с новым счастьем. Каждый хочет немного, хоть немного хорошего, но почти не осталось принцесс на горошине, да и та согрешит. Но ругаться и в кайф, и, наверное, поздно. Звезды тают на льду и танцуют со звездами, так что в горле першит. Держи свою фею, только береги ее. А вот. Вера Ивановна. Что вот? Да. Здравствуйте. А Лариса не появлялась? Появлялась. Заявление оставила по собственному. И ничего не объяснила. Я ничего не понимаю. Может быть, ты мне хоть что-то объяснишь? Да я тоже не знаю. С таким трудом устроиться сюда. И чтобы вот так вот? Сюда сложно устроиться. А куда легко? А Лариса звонила? Ты осторожен в принятии решений, склонен к рефлексии, ты не любишь конфликты, и особенно открытый конфликт. Ты предпочитаешь остаться в стороне, избежать. Ты очень экономишь свою энергию, как моральную, так и физическую. Но при этом ты человек очень увлеченный. Вот если ты чем-то увлекся, то ты прям себя посвятишь всего этому делу. Ну, еще ты веришь в сказки до сих пор. Ты интроверт. Интроверт с заниженной самооценкой. Ты еще и детей, наверное, вот этому учишь. Я? А что такого-то, Жень? Это неплохо. Интроверт – это просто тип характера. Угу. Ну и еще, конечно, ты полагаешься на фею. Кого? На фею. Ты нарисовал фею. Какую фею? Сейчас я тебе покажу. Ну какая же ты фея-то? Стрекоза? Ну да, и муравей. Нет, это же самая настоящая фея. Ты в детстве в кукол не играл? Нет. У меня детства-то не было, считай. Ну да. А он у тебя просто до сих пор продолжается. Ну ты что, она за тебя все решает, эта фея. Она за тебя думает, она даже любит за тебя. И так и будет, Женя. Пока эта фея твоя не улетит. Ну что ты молчишь? А что тут сказать? Ты мне так самого главного и не сказал. Что? Что? Ничего. Что любишь меня. Я люблю тебя. Вам не живется-то. Слушай, мама, а ты не знаешь, в Старый Новый год желания сбываются? Да они и на Новый-то не сбываются. Сидим. Значит так, приказом начальника управления за проявленный героизм и мужество при содержании опасного преступника оперуполномоченному Никифорову Евгению Александровичу объявлена благодарность. Молодец. Учитесь. Нарядиться с женщиной, это высший профессионализм. Да? Да. Да. Все по местам. Канцелярии почту проверь. Женя, подожди. Женя. Я не стал говорить при всех. Звонил следователь. На молотка ничего нет. Будут отпускать. Как? Это почему? Вот так. Потому что прямых улик ни по одному эпизоду нет. За косвенные никто не арестует. Он, гад, грамотный, от награбленного сразу избавлялся. А лица его никто не видел. Так вот. Подождите. Его отпускать нельзя. А я, думаешь, хочу. Ладно. Но нападение на тебя в суде не пройдет. Ты сотрудник, а не женщина. Пальчики могут быть. По пальчикам с расчески ничего. Выбрасываем расческу. Что, с ума сошел? Ну, кто же улики-то выкидывает? Да есть комиссия. Все. Все будут проверять первым. Стол вторым. Ну, прояви оперативную смекалку. Ну, куда ее спрятать? Любую неприятность лучше встречать сидя. И обыск. В том числе. По тому эпизоду. С Ларисой. Там отпечатки. Ну тогда сядешь ты. Мной было принято решение подделать встречное заявление и отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Сделал я это по личной инициативе, чтобы не портить показатели раскрываемости отдела. Лейтенант полиции Никифоров я. Вы обращались в 5-й отдел полиции в связи с ограблением? Да. Встречное заявление писали, что претензий не имеете? А нет. Это ваша подпись? Нет. А что это такое? Муж не объяснял? Мы разошлись с ним. Он подделал вашу подпись, чтобы не подводить отдел. Что ему за это теперь будет? Если подтвердите, то реально посадят. А хорошо, давайте еще раз. Это ваша подпись? Да. Был гололед, и я шла по парку. Я поскользнулась, потому что очень скользко. И упала, ушибла правую руку. И это писала левой. Шуба? Шуба. Ограбления не было. Ленка мне дала шубу поносить. Ленка моя подруга, мы с ней комнату вместе снимаем. И вот я потеряла шубу и выдумала ограбление, чтобы перед Ленкой растяпой не выглядеть. И подпись моя. Отлично. А что отлично? Просто ваш муж зачем-то признался, но... Раз вы не подтверждаете… Я не подтверждаю, нет. Категорически нет. То есть вы его все-таки любите, да? Да. Нет. Я не знаю. А почему вас это интересует вообще? Лидочка, Никифорову пригласи, пожалуйста. Угу. Добрый день. Ларис, а ты как? А я тебе звоню, психую там, представляешь? Давай на чистоту. Представляешь, глупость какая вышла, абсолютная. Я подделал заявление, потом приехала эта проверка, это чертова. Я испугался, естественно, и сделал тебе предложение. Вадик мне посоветовал. Вот. Извини. Значит, ты только поэтому предложение сделал? Нет, не только. Ты мне еще понравилась. На чистоту, да, говоришь? Ну, давай тогда я тоже на чистоту. А то, что я вот так согласилась на твое предложение быстро, тебя не смутило? Жень, просто мне предложили хорошую работу, ты знаешь? Это в садике, а, значит, постоянное место жительства. И вот замуж надо было выйти. Чего? Ничего. Хочешь, вон, позвони в детский сад, он проверь. Стоп, я не понял. Это что, получается, то, что все понарошку? Ты актриса? Свадьба. Да, очень подло, да? Извини, пожалуйста. Подожди, а остальное? Все остальное как? Вообще все понарошку? А что остальное? Ты же говорил, что она… А. Здравствуйте. Здравствуйте, прокуратура. Нас насильно в органах никого не держит, Арина Андреевна, да? Так вот ты с кем в засадах-то, а? А где вы? Вы в основном как бы в шкафах или на балконах сидели? Вот просто… Ты сама-то не лучше. Что было бы, если бы я не признался? Ты бы дальше продолжала так же спокойно мне врать в глаза. Нет, не спокойно, Жень. Я работу получила, я могла с тобой развестись, но я на секундочку осталась. Куда ты пошла? Я даже не знаю, в съемную квартиру, может быть, в общагу. Дурак ты, Никифоров, такой дурак. А ты? Что? Что? Ну кто? Что? Ну кто? Давай скажи, что ты ж честный. Да, на чистоту. Да. На чистоту. Хорошо, ты знаешь, ты профурсетка просто. ты мне соврала, говорила, что он самоликвидирующий. Жень, ты тоже много что брала. А вам самим-то не надоело? Что я вам все время вру? Может, хватит? Или вы так и будете прощать мне все? Давай, иди, пиши, как все было. Не, а чего с другой стороны? Я напишу правду, потому что человек хочет, он, в конце концов, взрослый, он должен отвечать за свои поступки, правильно? Лариса, понимаете, просто мне тоже влетит. Ну, а какой тогда выход, я не понимаю. Есть еще одна потерпевшая. Кто? Ты, Женя. Ну, согласитесь, как-то странно, да? Сотрудник полиции без служебной надобности ночью в парке, голый, в женской шубе. Ну, если ты как-то сможешь это объяснить. Все остальное я беру на себя. Арина Андреевна, давайте так. Вы тогда просто мне позвоните и скажите, что вот скажете написать, то я напишу, хорошо? А я пойду. Решим сразу. Все. Лариса. Женя. Ну зачем ты врал, что ты ее не любишь? Кого? Овсянку. Ларис. Что? Все, улетела твоя фея, Жень. И детство кончилось. Ларис. Не надо. Не провожай только меня. Документы на развод я пришлю тебе по почте. Женя! Жень! Жень, ты мне Гошу верни, пожалуйста. Спасибо. Лариса! Лариса! Я уже не знаю, как я тебе, но ты мне уж очень нравишься. Выйдешь за меня? В смысле? Замуж. Настоящим. Не смешно. Не смешно. Двоеженцем решил стать? Да. Ну и что, мы опять свадьбу будем, и рестораны, кольца, и все заново? Да. Прям с чистого листа. Вместе. И ты никогда врать больше не будешь? Хорошо. Но одно условие. Вот ты мне прямо сейчас объясняешь, что ты делал голый, ночью в парке, в шубе. Есть такое старинное русское поверье. Чтобы исполнилось новогоднее желание, нужно нырнуть голиком в сугроб. Все, спасибо большое, я поняла. Ларис, я тебе… Ты что, думаешь, я тебя обманываю? Да, я именно так и думаю. Да мне это Дед Мороз сказал! Ты издеваешься надо мной, что ли, Жень? Дед Мороз. Почему я издеваюсь-то? Да потому что. Я тебе абсолютно серьезно это говорю. Ну, конечно, да. Дед Мороз, Соленин, вот такие, они у него горели. Ты что, не веришь, что ли? Знаешь, Снежок, что у нас общего с мошенниками? Рано или поздно нам перестают верить. Остается одно – вовремя смыться. Пойдем, Снежочек, пойдем. Сам так сам.